Всем привет! Вы на канале Творческий Мирок, и меня зовут Марина. Та-дам! Поворачиваемся, а это мы с Тигруликом. Наконец-то мы пришли раскрыть вам интригу главную. Я не так давно, несколько дней назад, выложила фотографию, небольшое видео с материалами, и там задала вопрос, кого же мы все-таки будем вязать. Очень некоторых ввел в заблуждение зеленый цвет и отсутствие черного, когда они думали, что это все-таки тигренок. Вот, зеленый цвет, я говорила в видео, я буду вязать тигрику снуд. Я останусь при этом же мнении, что будет снуд зеленого цвета. Вот такой вот тигряшек получился. Вот вид сзади у нас, вот мы какие полосатые, пятнистые. Итак, этот мастер-класс выйдет уже очень скоро на моем канале, поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, будем вязать вместе. Кроме этого, мы с тигренком пришли вас пригласить. Я создаю новый проект, над которым сейчас веду работу по его развитию. Вот, проект... У меня задумка создать что-то вроде клуба или школы по созданию работ в технике вязания крючком и спицами. Вот. Там будет содержаться несколько блоков. Это обучающий блок. Если, например, вы очень слабо владеете крючком и спицами, там вы сможете обучаться этому во всех подробностях. Ну и, конечно же, большой блок с мастер-классами, который всегда будет пополняться новыми мастер-классами. Мастер-классы будут в формате PDF для удобства. И, конечно же, будет сопровождение видео мастер-классами особо сложных моментов. Там мы будем учиться всем креплениям, тонировке, которые все так боятся. Вот почему я создала тигренка с такой серьезной тонировкой, чтобы вы увидели, что это все-таки не так страшно, и научиться этому можно. Вот. Ну и, конечно же, группа будет сопровождаться разной дополнительной информацией, очень полезной для тех, кто занимается рукоделием. То есть это и фотосессии какие-то своих работ, вот, реализация своей работы. Вот, группа сейчас у меня развивается, уже есть доступ ко всем моим платным мастер-классам в этой группе. Группы будут созданы две, так как аудитория разная. Есть, будет группа одна действовать в Одноклассниках, вторая в ВКонтакте. Вот, сейчас уже можно вступить в группу. Напомню еще раз, что все мои платные мастер-классы уже там есть, они залиты. То есть при вступлении в группу вы можете их скачивать, начинать вязать, задавая вопросы, если они возникают в ходе вязания. Группа я развиваю сейчас очень активно, то есть в том плане я дополняю ее постоянно новой информацией, я как раз веду над этим работу. Вот, ну и, конечно же, каждое время года будет выходить большой мастер-класс по какой-либо работе, вот, ну и прочие приятности. Вот, вход в группу будет стоить сейчас до Нового года 500 рублей. Вот, билетик будет действовать в течение одного года. То есть, покупая билетик за 500 рублей, вы попадаете в группу, находитесь вы в группе в течение одного года, вот, после чего вы или продлеваете, или выходите из группы. Вот, после Нового года стоимость будет выше, повышена она, поэтому приходите, располагайтесь, вот, буду вас ждать. Вот, у кого есть желание приобрести билетик уже сейчас, напомню, что по стоимости 500 рублей, которая впоследствии будет повышена. Вот, стучитесь ко мне в соцсети, обязательно пишите в личные сообщения мне или в моих группах только по тем ссылкам, которые даны под этим видео. Только туда. Там даны ссылки в ВКонтакт, в Одноклассники, Инстаграм есть и моя почта. Вот, пишите на электронную почту, если хотите, я скину вам реквизиты, и после оплаты вы сможете вступить в группу. Вот, поэтому жду вас в группе. Конечно же, я не перестану писать и бесплатные мастер-классы для канала. Канал я по-прежнему и, думаю, на постоянной основе всегда буду развивать. Вот. Но, одним словом, всем хорошего настроения, всем пока-пока, буду ждать вас в соцсетях, а тигряшика мы скоро начнем вязать. Пока-пока!